Всем привет, друзья! Это вторая часть видео о том, как я доделываю этот лифт. В прошлый раз мы сделали его полностью. Теперь будем дорабатывать. Во-первых, надо двери поставить. Еще кое-какие изменения в этой схеме внести. Вот он нормально работает. Вниз также едем. Я тут почти ничего не изменял. Я тут пытался сделать, чтобы он вниз ехал. Это не действует. Он вниз не будет никогда ехать. Только вот так вот постепенно. Сейчас покажу. Сейчас поднимется. Я зря рано нажал эту кнопку. Вот, начинает подниматься. Нажимаем вниз. И он будет вот так постепенно расходиться. Вот так. Так, какие изменения я хочу внести? Во-первых, нам надо АНД-гаты. Это ворота. И вот эти... Вот с этими не путайте. Потому что они очень разные. Прям очень. Во-первых, чтобы вот это работало, надо либо, чтобы отсюда шел сигнал, либо отсюда. И она будет все равно работать. Если отсюда пойдет, она пропускает. Если отсюда пойдет, она тоже пропускает. А в этой... Сейчас я ее перемещу. Покажу. Она перевернутая, ладно. Поставлю сюда. Куда-нибудь. Вот. Так, как вот это работает? Если идет сигнал отсюда сюда, а тут вообще нет сигнала, вот тут не будет тоже сигнала. Если сигнал идет в эту, а в эту нет, тоже нет сигнала. Если идет в эту сигнал и в эту, тут тоже есть сигнал. Вот с этой сейчас подробно. Вот с этой. Если идет сюда, а сюда нет, она работает. Если идет сюда, сюда нет, она тоже работает. Если сюда, сюда, она тоже работает. Сейчас еще есть такая вот... Сейчас найду ее. Вот она. Вот так называется. Если сигнал идет сюда, а сюда нет, она пропускает. Если сигнал идет сюда, а сюда нет, она тоже пропускает. Если сигнал идет сюда и сюда, вот тут его нету. Это такая вот штука. Вот такая штука вот хорошая. Сейчас мне друг дюпает вот эти АНД ворота. Потому что мне их мало, надо 16 штук. Нет, тут их 4 лежат. Берем одну. И да, тут были, я кое-что изменил. Видите, какое расстояние между этим? Я пытался сделать, чтобы он вниз ехал. Но потом сюда можно будет кое-что врезать. Для дверей сойдет. Так. Вот тут я тоже расширил. Берем, вот это убираем. Ну, куда-нибудь на потолок сойдет. Это также. Вот тут надежнее вот это вырезать. Если тут, тут будет просто затрата две штуки. Тут надежнее и лучше. Если такая была бы возможность. Нет такой возможности. Так, ставим. Все нормально, в принципе, будет работать. Теперь эту. Так, где? Вот она. Все. Так, как теперь подключаем? Сигнал идет отсюда, вот из этих двух. У нас тут их 4. Нам понадобится 4 провода. У меня пока что 2 есть. Вот отсюда берем и подключаем к этому ближнему.
И все, поздравляю. Лифт больше не работает. Все. Если его вызвать, он так не будет работать. И также эту подключаем сюда. Сюда, готово. Вот так. Теперь два провода сюда надо будет. И к рычагам. Сейчас я их найду. Сейчас лифт покажу то, что не работает. Кнопки не запускаются больше. Я кнопки отключил везде. Вот, видите? Идет сюда. Стоп. Да, все нормально. Вот тут идет так. Вот это мешает и вот этот, потому что нет сигнала. Сейчас найдем рычаг какой-нибудь. Ладно, распакую какой-нибудь там рычаг. Вот до чего дожили. Рычагов нету. Что делать? Ладно, в магазин поеду. Самое хорошее то, что я рычаги забыл. Вы можете перемотать также. Это где-то минут, на минуту вперед перемотайте. Это в минуту займет покупка. Или на то, как я поеду отсюда. Но это будет долго. Гружу. Какой дорогой. Но для меня недорого. Если вы хотите узнать, как я заработал, у меня было меньше в прошлый раз денег, а сейчас больше. Как я заработал эти 19 миллионов? Ну какие тут 19? 20, в принципе. Я заработал 1 миллион сам. Ну то есть как сам? Ну, недобрые люди дали. И потом дюкнул. И все. В общем, вот. Вот они, рычаги. Куда их поставить? Мне надо машинное помещение сделать специально. Вот так поставим один. И сейчас второй также. Туда же прямо рядом поставлю. Какой-то из этих рычагов будет отвечать за верх и за низ. Так, где этот рычаг? Так, вот так. Ставим красиво. Так, что дальше? Два провода надо. Включаем этот сюда. Жалко, что я не могу показать. Так, подключаем. И вот этот рычаг тоже. Это два рычага, которые будут отвечать за все. Включаем этот рычаг, это не работает. Включаем этот рычаг, это тоже не работает. Сейчас я попробую вот эту кнопку быстренько нажать и бежать сюда. Вот, как видно, она работала, но я просто не успел. Сейчас самый простой вариант покажу. Вот она работает. Если вот это убрать, она работать не будет. Это убрали. Сейчас я его вниз просто отправлю и также покажу. Вот, сами смотрите, вот видите, сигнал был. И вот это работало. Теперь выключаем эту.
Вот смотрите, сигнал пошел, а тут не прошел, потому что вот этого не было. Отправляем его вниз, хотя он внизу находится. Вот тоже сигнал пошел, тут не прошел, потому что рычаг выключен. Все, это готово. Так, осталось еще один такой поставить, и потом с дверьми будет два. Жалко распаковывать, ну это надо. Так, теперь надо думать, куда поставить. Ну, поставлю рядом с этими, значит. Будут вместе. Так вот это как-то неаккуратно. Поставим с одной стороны сто рычаги. Вот, блин, я не подсчитал. Надо еще один рычаг. Ладно. Найду откуда-нибудь, откуда-то. Где-нибудь. Это пока что временное диво. Ну так как-нибудь доведу. Сюда. Как я говорил, я через 2 дня уезжаю. Сегодня у меня 05.07.18. Все, вот это можно включить. И этот. Все работает, все нормально. Где этот? Неужели я уж поставил? А да, вот он поставлен. Вот тут такой в натяг провод какой-то. Я его убираю, потому что некрасиво. Так. Куда поставить? Сюда можно. Теперь надо вот отсюда довести вот до этого. Я делаю все аккуратно. Так. Куда дальше-то? Можно, в принципе, тут привести. Возле этого. Одного не хватит, как я понял, да? А нет, хватит. Сюда такую ставим. Готово. Все. Это готово. И теперь ставим еще один. И потом надо перемычку поставить, чтобы проверить. Хотя нет. Ладно, потом посмотрю. Так, сюда. Нет. Так. Вот так. Тут неровно получилось. Так, что там? Сколько написали, тут 57 сообщений было, я видел. Так, ставим сюда. Готово. Еще надо рычаг. Где же его добыть? В поисках рычага. Наконец-то! Я его так долго искал, а он вот тут. Все. Куда его же внести теперь? Туда, да? Вроде бы. И рядышком поставим с этими. Я хочу место занимать просто. Все, он рабочий. Тут я понял одну вещь. То, что вот эти могут сломаться. Сразу говорю. Если что-то не так сделать, они могут сломаться. Это когда добавили, интересно? Потому что у меня уже одна такая сломалась. А кто хочет посмотреть, как ее сломать, я выпущу видео, когда приеду. Напишите в комментариях, сделать так, чтобы ее сломать.
Если вы не верите мне, попробуйте сами с двух сторон подключить питание. И она, возможно, сгорит. В общем, вот все, питание. Стоп. Да, все нормально, все нормально. Это что такое? Это ОР. Блин, попал. ОР — это совсем другое. Это что у нас такое? Это тоже ОР. Надо было смотреть. Ладно. Как вниз? Стоп, это что такое? Это хор. Ну, где взять? Так. Ты что такое? Это что такое? Ладно, от ворот возьму. Ничего, ворота поживут. Как-нибудь. Вот я попал. Ворота выживут, ничего. Ворота живые будут. Но это не точно. Все нормально, ничего не было. Никто ничего не заметил. Все равно. Теперь это никак не поставить. Если только врезать как-то. Да неужели я это врезал? Все, проверяем. Лифт полностью сейчас рабочий. На каком этаже? На первом. Вот пустился, вот этот сигнал пошел. Тут так провода все перекосило. Он поехал. Все. Давайте-ка я вот эту пока что положу сюда. Так, отключаем, короче, все. Так, попускаем вниз. Вот, пускатель пошел. Куда? На какую пошел? Вот, на вот эту. Стоп, ты... Ты что такое? Наверх пускаем. Наверх пускаем, я говорю. Ага, вот этот наверх идет, да? Как я понял. Стоп. Я что-то не понял вообще ничего. Как тут это работает? Включаем. Идет сюда. Ага, надо вот этот, чтобы сработал. Чтобы вверх поехало. Это я включил. Это вниз я включил. Включаем вверх теперь. Схема на самом деле легкая. Если так посмотреть, она легкая. Ну, не для всех. Все, вот работает. Сейчас поедет. Я его сразу вниз отправлю. И нижняя работает. А он не поедет. Потому что я не включу вот этот рычажок. Сейчас я включу там, на какой этаж он хочет поехать. Что, на второй поедем, да? Поехали на второй. Так, теперь зажигаем этот рычажок. Не успел. Включаем. Сейчас поедет. Все. Я команду дал, он едет. Все нормально. Все, вот эти я. Это будет у меня тут такие автоматы, типа. Все нормально. Пошли там все это делать. Теперь двери надо делать. Так, а как наверху вот это было? Ага, все понятно. Так, как поставить это? К сожалению, это уже никак не поставить. В общем, потом за видео поставлю это. Исчезновение века, прикольно.
если отсюда поставить. Ладно, потом подумаю. Отправляем на первый этаж. Вот опять показываю. Вот, сработало. Тут сигнал пошел. Поехал вниз. Так, что дальше делаем? Надо двери сделать. Начну-ка я с первого этажа, с моего любимого. Да. Когда ты немного не рассчитал, что делать? Когда ты рассчитывал, не рассчиталось. Что делать тогда? Ладно, убираем вот эту. Так, сейчас поставила одну. И также наверху будет, наверное. Так, это вниз раз. Это, наверное, будет последнее видео. Потому что за 2 дня я не смогу ничего снять. Сейчас это постараюсь смонтировать побыстрее. И выставить. Я просто двери пока что поставлю. Так. Стоп. Так. Вторая почему-то не ставится. Так, как это включить? Где кнопка? Это. Как включить его теперь? Вот эти двери. Интересно. Ладно, пусть так будет. Как-то неудобно из-за этой ямки. Удобнее сяду. Будем думать, что с ней делать. Так, как поставить бы? Может, от этого лампочка, фонарик вот этот и мешает. Вот, а потом поставим. Аккуратно. Как тебя поставить бы? Ладно, потом посмотрю, как. С этой стороны, наверное, будет лучше ставить ворота. Ой, какие ворота, вот эти двери. Вот, все нормально. И нормально. Как я понял, вот эти мешаются, по-моему. Нет, все нормально. Все норма. Сейчас поеду за другом. Так.
админ кикнул. Впервые это слышу. Так, теперь надо... Теперь мастер на все руки будет чинить вот это. Все, короче, все нормально починили. Ворота работают. Но это не точно. Никто ничего не видел. Все нормально. Все будет хорошо. Ничего там не было такого опасного. Так, ставим эту сторону теперь. А теперь я себя могу поздравить. Сейчас, когда вот эту поставлю, будет самое смешное. Надо себя поздравить. Я заблокировал единственный вход в лифт. Все. Прекрасно. Ты еще едешь, интересно. Вызови на второй этаж. Такая ловушка. Лифт. А можно же сделать такую ловушку. Так, поставим вот так вот сначала. Давай. Ну. Да ладно, все, потом поставлю. Так, вот это можно удалить. Так, что теперь? На каком этаже? На втором. Вот какой хорошенький приехал. Тут под кабель такой вот разъем. Иди вниз. 4 двери, 3 провода. Самое смешное. Давай, поехали. Потихонечку. Вот молодец. Меня одно не радует. Как я теперь найду, где тут? Вот так, что ли? Как теперь наверх? Поехали, в общем. А стоп, а можно было не ехать, идти назад. Надо будет проверить. Так, где кнопочка, которую я могу проверить? Так, ну вот это возьму, в общем. Я не буду заморачиваться искать какие-то там кнопки. Я люблю все простое. Я сделаю, наверное, в 3 частях это видео. Так, ну и как поставить вот эту, пусть это будет такой блок питания, типа... Запитывай. Работает! Да неужели? Как так-то? Я прям... Все. Я не знаю, если честно, я наугад просто тыкал. Просто наугад вот так вот. Раз, два и три. Это просто наугад. Сейчас сделаю. Также методом тыка сейчас проверим. Да неужели это работает? Неужели у меня хоть что-то сегодня работает? А уже выше писать не надо. Так. Сюда ставим. Потом сюда. Сцепляем. Сюда. Все, теперь можно вот эту брать и ехать спокойно наверх. Все, спокойно едем наверх. Беспокоиться уже не о чем. Почему не о чем? Есть о чем? Фух, а
то я сейчас... Как я бы отсюда выбрался? Дверь-то закрыта. Так, я забыл, тут мне все сломано. Так, берем еще одну на дверь. И по такой же схеме подключаем. Что делать, если кончился провод? Интересно. Это самый хороший вопрос. Что делать, если кончился у тебя провод? Ну. Это я удалю, это мне не надо. Так, я чувствую, кто-то у меня на базе ходит. Ну, я выключу. То есть блок-лист добавлю. Черный лист. Так, как это поставить? Это точно будет последнее видео. Больше не будет на моем канале никаких видео. Через месяц выйдет новое видео. Как выйдет новое видео, это значит то, что я уже приехал. Вот так все. Ладно. Сегодня я уже много чего сделал. Осталось только 3 провода найти и сцепить и проверить. Есть вот эти нераспакованные. Ай, и вот это сломано же. Вот так вот я от этого лифта таскаю сюда. Раз провод. Пожалуйста, я... Идти голубое дерево? Или... Да, если честно, я сейчас ничего не понял, то, что он написал. Пожалуйста, Стас, иди голубое дерево. Ну, как-то... Я не понял. Так, это кто? Он нуб или нет? Ага, все, я понял. Идем наверх, сбрасываем сюда. Сами тоже сюда. Сюда ставим одну. Сюда вторую. Сюда куда-нибудь третью. Так, где вот этот проверяльщик мой? Аппарат вот этот. Прикольный, маленький. Неужели он тоже исчез, как все одни? Все вот эти, которые исчезли у меня. На, кнопки проверим. В общем, все. Не хочу, что-то лень искать этот. Как залагало. Правильно, у меня уже большая территория. Грину. Блин. За такое. Я сейчас над этими англичанами ржу просто. Или кто они? Привет. Пожалуйста, пошли за зеленым деревом. Что только нижнее работает. Он отвечает. Перечисли мне монеты. Ок. Ай, зачем? Кто так сделал? Блин, я же забыл на рабочий. Это же у нас... О! Когда замкаешь, такое бывает.
Так, все вот это работает. Поехали. Ок. Что-то я вообще не понимаю, то, что они пишут. Он мне предлагал к голубому дереву ехать. Интересно, он знает к нему дорогу? Я знал. Я честно сейчас говорю. Блин, он сейчас поедет. Ты что, не едешь? Команда же... А, да, все, команда. Поехали наверх. Тут можно спрятаться, и он без тебя уедет. Все, лифт закрыт. Осталось только подключить двери. Но это будет уже в третьей части. В третьей части я постараюсь сделать. Но времени не будет точно. Потому что 6-го, это завтра будет 6-е. Надо собраться будет еще. Ну все. По идее, это все работает теперь. Сейчас... Иду туда. Блин, дверь-то закрыта. А я с вами буду прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. А я пока проверю его. И, кстати, не забудь про лайк и про подписку на мой канал. И на колокольчик нажать. Сейчас между дверями застряну. Так, сколько там? Вот все, я застрял, поздравляю. Ладно. Всем удачи. Всем пока.